Редкая гостья в Чувашии обнаружена полярная сова. Накануне вечером ее заметили в Канашском районе. Свое название «белая» она получила из-за окраски оперения, а синоним «полярная» из-за того, что обитает в тундровой зоне за полярным кругом. Этот вид в республике встречается очень редко. В 2010 году белую сову включили в Красную книгу республики. За последние 20 лет она замечена всего 3 раза. Сфотографировать вид в пределах республики удалось впервые.